Выставки фотографий, картин, разнообразные фестивали и фабрика ремесел. В конце года итоги подводят не только чиновники и спортсмены, но и работники культуры. Руководитель Мурманского областного художественного музея рассказала, чем запомнился 2015 год и какие мероприятия пройдут в музее в новом 2016. 2015 год для Мурманского областного художественного музея оказался богатым на события. Здесь прошли десятки выставок. Сотрудники музея приняли участие в нескольких традиционных мероприятиях. Начался год с выставок, организованных друзьями музея. Сюда приезжал шляпный мастер из Санкт-Петербурга. С экспозиции «Мода русского модерна» учреждение посетил модельер Александр Васильев. Также в 2015 году в стенах музея стартовал новый фотоконкурс «Мое знакомство с художественным музеем», который, как надеется руководитель учреждения, станет доброй традицией. Кроме того, прошли уже ставшие традиционными мероприятия – «Точка росы», «Намоднение», «Школа молодого художника». В этом году от имени Мурманского областного художественного музея открылась «Школа ремесел». И это лишь малая часть того, чем отметился музей в 2015 году. Не менее насыщенным будет и следующий 2016 уже в январе. А открывается после праздников музей 3 числа. Постоянных посетителей ждет ряд интересных выставок. Первое, что увидят вошедшие к нам, это портрет поэта Николая Рубцова. Буквально вот в первые дни января, по-моему, чуть ли не 3 января, у него день рождения, юбилей, и, к счастью, у нас есть портрет поэта кисти Коростылева. Сейчас у нас уже смонтировано на первом этаже работа, мы представляем фотоклуб из города Апатиты, фотоклуб «Сейт», называется выставка «Фотомиг». Мы по-прежнему пропагандируем, и мне кажется, что и фотография – это один из таких вот видов искусства, который очень привлекает молодежь.